На чемпионате России по самбо, который проходил в городе Выкса Нижегородской области, димитровградская самбистка Лилия Валеева заняла почетное 3-е место. Единственная представительница Ульяновской области на соревнованиях уступила заслуженным мастерам спорта из Пензы и Нижнего Новгорода. А уже в конце июня Лилию ждет очередной серьезный турнир – 3-й этап Кубка мира в Венесуэле.